В работе конференции принимали участие представители практически всех первичных отделений партии. 29 мая, накануне местного партийного форума, на заседании Президиума регионального политического совета областного отделения «Единой России» было принято решение о поддержке в качестве кандидата Андрея Робертовича Иванова. Мы, конечно, понимаем прекрасно, что лучшего кандидата для нас нет. Я призываю вас всех поддержать нашего кандидата единогласным решением. Всем спасибо. Единороссы Одинцовского городского округа кандидатуру Андрея Иванова поддержали единогласно. За 5 минувших лет сделано немало. Но впереди новые вызовы, справиться с которыми по силам только грамотной и сплоченной команде. Мы с вами преобразовались, прошли тоже очень сложное решение, прежде всего. Потом мы саму муниципальную реформу преобразовались в городской округ, поэтому огромное количество проблем, вызовов, запросов от жителей, которые в том числе и связываются с этим образованием, теперь лежит на наших с вами плечах. Нам вместе предстоит много сделать. По мнению Андрея Иванова, для достижения успеха в своей работе единороссам необходимо в первую очередь ориентироваться на майские указы президента и программы губернатора Московской области.